Привет-привет! Меня зовут Альфия, и сегодня мы с вами приготовим сладкую колбаску из печенья. Для приготовления сладкой колбаски нам понадобится 300 грамм печенья, 200 грамм масла сливочного, стакан сахара, какао и яйцо и столовая ложка воды. Так, начинаем. Сначала измельчим печенье. Для удобства я печенье поместила в пакет. И теперь скалкой его разминаем. Разминаем не сильно мелко, чтобы оставить кусочки. Вот такая смесь у нас получилась. Не сильно меленько. Впоследствии вы увидите, для чего это. Отдельно в сотейнике растапливаем 200 грамм сливочного масла. Растопили 200 грамм масла, добавляем стакан сахара. Столовую ложку воды. Столовую ложку какао. И варим на медленном огне эту смесь 6-7 минут, постоянно помешиваем. Наша смесь готова, теперь на горячую ее заливаем в наше печенье. И перемешиваем хорошо. Тщательно размешать. По желанию можно добавить орехи, но я не заморачиваюсь этим. Хорошо размешали и даем остыть этой массе. Так, наша смесь остыла. Теперь взбиваем одно яйцо. С одной столовой ложкой сахара. Выливаем эту смесь в нашу сухую и теперь уже руками хорошо перемешиваем. Такая работа у нас получается. Теперь берем, можно пищевую пленку, но я не заморачиваюсь, я обычный пакет целлофановый разрезала и выкладываем. И начинаем формировать колбаску. Хорошо придавливаем. Старайтесь плотнить все хорошо. От этого зависит наша
будущая колбаска. Чтобы не было пустот, ну и форму придавайте соответствующую. Ну вот, вот так у нас примерно получилось. Мы также оставляем ее в целлофане, колбаску нашу, и отправляем в холодильник на 2-3 часа. Ну вот, наша колбаска готова. Сейчас мы ее будем красиво резать. Нарезочка у нас получилась. Сейчас будем пить чай. Приятного аппетита!